Dark Hana, это игра Event Horizon Frontier. Так, а ну-ка, что я сегодня получил? Ага, ничего. Так, я получил... Так, какие у меня есть корабли теперь? У меня их до хренища. Вот так, Кей Скаут, Мессенджер, Гоблин. Короче, ладно, давайте, а то я... Так, это Рейвен, это я знаю, Ворон, Санта-Клаус. Один из самых сильных у меня, Тита, класса Титан. Так, Ворон МК-2. О, оце я знаю, Тінь, Метеор, Об'єкт 34. Ладно, не знаю, як переводиться, Месенджер, Скаут, Ембріон, Спайк, Ембріо, Корн, Ліч, МК-2, Краб, Вайпер, по-моєму, Гадюка, Елден, Проектор, блядь, ладно. Це, по-моєму, яйцо. Паладин. Так. Слайм. Так. По суті, у мене вже много кораблей. Ну і тут ще дохреніші кораблі, ладно. Так, треба вибрати який-то, який я взагалі не прокачу. О, цей виберу. Начнем з легенького. Так, а ну-ка посмотрим, кого можно прикупить из пилотов. Так. Ага. Мы наемники, мы сражаемся за деньги. Так. Так. Можно прикупить... О, цього я б купил бы, потому что прикольно выглядит. Инопланетянин. Так, инопланетянин. Человек. Андроидів нема. Так. Так, хто у мене зараз із тих, хто мені понравився? Так, це андроїд. Андроїд, андроїд, інопланетянин, андроїд, неплохо виглядає. Андроїд, чоловік-жінка і андроїд. Хоча, ну да, андроїди ж чоловікоподобні. Обично, в аніме обично так. Так, почнемо. Пора убивать сучар космических псов. Ладно. Злобный смех, лучший смех, сучки. Ну, кому тот мяуздец? Так, а ну-ка. Таня, скорость, конечно, слабовата для корабля. Так, поки я до нього дол... Ну, я таке знав, поки долетиш, до нього вже здохне. Хоча тут слабенькі враги. Вряд ли я получу що-то много очков опыта. Ну, ладно, попробую. О. Так, тут якраз два противника і один наш тільки. Блять. Ну-ка, ну-ка. Да, скорость корабля так себе. 6 очков опыта всего, маловато. Хотя, в принципе, если я хотел от легкого уровня... О, выживание точно. Что ж я сразу не выбрал? Тут по-любому очки опыта получишь. На себе так другие корабли улучшатся хоть. А, так, не понял, это я уничтожил или нет? Ладно. О. Наверное, от силы тарана. На Так, немножко звук убавлю. Так, ну и... А вот ты, космический пес, получи. Так, а ну-ка. Блять. Чи це... А, не, не свій.
Да. Единственное, что мій космический тупизм, не могу понять, де свій, а де чужий. Так. Вот это точно не мій, потому что вроде нема у мене такого серед пілотов корабля, який управляє кораблем таким. Так. Так, ладно. Полетели, сучки. Так, получай, получай. О, убив, наконец-то. Отлично, двоих. И почти не раненый. Ха. Так, ладно, еще чуть-чуть и меня уничтожит, но все равно враги явно проиграют. Так, а ну-ка, давай, давай, давай. Давай, ладно, блядь, в ту сторону полетаю. Так, сучка, давай, 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 давай уже быстрей. Тагачкалинский дрифт, блядь. Так, а ну-ка. О, уничтожил. А у меня еще две жизни, суки. Получайте, говнюки. Что, 18, зато мы лучше вас. Коты лучше всех. Получай. Так. За котов. Так, ну и кто тут остался? Ага, один слева, два справа. Два справа. Так, давай. Ой, и все. О, получен первый уровень. Так, он 39 уровня. Понятно, достижение. Так, игра успешно сохранена. Точно, я же на сохранение в облаке оставил. Настройках. Хотя немного бесит, но, ну... Зато, не, зато точно, если игру удалишь и заново скачаешь, хоть скачаешь все данные. Так, это плюс в игре. Так, а ну-ка. А, че я надеюсь, что будет новый противник? Фу, блин, новые наемники. Мы наемники, мы сражаемся за деньги. Та ну, удивили, ладно. Так, я торговец. Посмотрим. Блять, сбой, видимо. А вот. Нет, нет, нет. Да. Продаю все. Низкого качества продал. Да. Ну еще раз зайду. Эх, ладно, продам. Я все равно играю в игру уже не так часто. Поэтому заработал я. Наверняка я буду, я захочу еще какой-то корабль класса Титан купить, а там нужны кредиты. Так, так, 857 тысяч 523 кредита. Неплохо. Ладно, а ну-ка. Ага. Уникальный корабль с мощным оружием и опытным капитаном. Иди в сраку. Так. А ну-ка, 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 что же я хотел? А вот она. Так, у вашего корабля на 26 прочнее, на 26% прочнее щиты броня. Улучшаем и на 32% лучше. Теперь на 32% мои корабля защищеннее больше. Так, ладно, на этом пока что все.